Сейчас 4G Билайн доступен почти для 85% жителей региона. Но задачи компании по-прежнему амбициозные. Мы продолжим инвестировать в сеть, увеличивать покрытие, емкость сети для того, чтобы абонент получал наилучший сервис. Мы пойдем в новые коттеджные поселки. Мы, безусловно, будем строить на ряде трасс наши базовые станции для того, чтобы обеспечить от любителей, скажем так, уже скоростным интернетом. Важность соглашения подчеркнул и министр цифрового развития региона. Конечно же, мы имеем неравномерность обеспечения доступности связи. Где-то только 2G, только голос, где-то 3G, а где-то и 4G. То есть, конечно же, предоставление на равных условиях всем жителям Алтайского края такой современной и доступной услуги для нас является приоритетом.